Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Ми в прямому ефірі, тому будьте активними, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої запитання в чаті ліворуч від нашого стріму. І, звичайно, конструктивні запитання будемо виносити в нашу розмову. Я вітаю нашого гостя, це є опозиційний політик Геннадій Гудков. Геннадій, здравствуйте! Да, Игорь, приветствую вас и приветствую всех зрителей канала. Сегодня 10 сентября, утро, и что известно на это утро? Что 144 беспилотника атаковали в том числе и Москву, и аэропорт. Также сейчас Лавров находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где, извините, в Саудовской Аравии, где ищет посредников, как говорит Институт изучения войны, чтобы начать какие-то переговоры. Обо всем этом поговорим. Геннадий, вот 140 беспилотников летело в сторону Москвы. Есть видео. Как оценивать защиту? Потому что вот Собянин и другие только говорят о том, что сбили, где-то не долетели, но мы же знаем, как сбивается, и знаем прекрасно, что панцири стоят только на Валдае и там, где у Путина есть резиденции. Ну, я еще не успел с утра посмотреть последствия этой ночной атаки, признаюсь честно. Угу. Вот. Но я думаю, что ПВО в России не очень плотное, ее там можно обходить, поскольку территория огромная и сама Москва – гигантский город, который, я даже не знаю, что нужно, чтобы его полностью закрыть. Это какие-то чудовищные затраты, средства и возможности. Понятно, что там эти стоят системы пусковых установок перед Москвой в том числе. Но просто представьте, что там одна кольцевая дорога вокруг Москвы, это там только часть ее территории нынешней. Она там длиной 110 километров. Вот и представьте, что с различных направлений подлета нужно везде ставить радиолокационные станции, достаточно серьезные. Они должны перекрывать зоны, там должны быть ставить достаточное количество пусковых установок. При атаке 140 дронов, я не думаю, что есть такое количество пусковых установок, такое количество радаров, способных покрыть эту зону. Поэтому значительная часть объектов, они условно защищены. Они, может быть, защищены от каких-то там менее массовых атак. Но когда происходит подобного рода атак, я думаю, что, конечно, система ПВО не смогла просто физически, даже если она там была, такое количество отразить. Посмотрим. Я еще не знаю ситуации. Еще не звонил никому в Россию. Но я думаю, что мы узнаем реакцию. Если это действительно они попали в Москву, то реакция будет. Потому что, как я много раз говорил, и в том числе в вашем канале, в России есть так называемый комплекс столицы. Все происходящее должно происходить либо в столице, либо иметь какое-то федеральное значение для всех, для всей страны. Тогда это событие. Вот я просто честно вам скажу, пока еще не знаю реакции населения, но думаю, что к вечеру буду ее знать. Но детали есть следующие, Геннадий, что беспилотники долетали подмосковной Коломной, а также падали на аэродром, аэропорт Жуковский. А вот что это за Жуковский аэродром и как его используют в России? Ну, Жуковский – это известный аэропорт, аэродром. Это имеет отношение к армии, это военно-транспортный аэродром, это, там же в Жуковском есть испытательные аэродромы, вот они для боевой техники, там же проводят шоу, авиашоу в Жуковском. Это, в общем-то, как говорится, самолетный рай, если так можно выразиться, и это связано в основном с боевыми самолетами. Поэтому я так полагаю, что они туда долетели. А это же тоже очень большой хаб военно-транспортный. Большой военно-транспортный хаб. Есть там три гражданских больших аэродрома, а есть вот еще военно-транспортные и прочее. Поэтому я думаю, что эффект очень серьезный. Коломна, я же сам коломенский. Я житель Коломны там во многих поколениях. Я могу сказать, почему туда летят дроны, потому что там производится и разрабатывались «Искандеры», там разрабатывается система различных ракетных технологий ПВО и многое-многое чего другое. И это для оборонной стратегии, для оборонной промышленности России важный город, важные объекты. Я понимаю, куда они летели, эти ракеты, эти дроны. Вот.
И атака это понятно, она объяснима. Я думаю, что там коломенцам ничего объяснять не нужно. Они-то и так все знают, потому что половина города работает, ну не половина, приличная часть города работает на всех этих оборонных предприятиях. Так что я думаю, что такой массированный удар первый. Я думаю, что пока мы сейчас с вами не имеем какой-то реакции, но она появится, поскольку это начало сентября, это оживление политической, общественной, производственной и прочей деятельности в Москве. И вот такая атака, она не может не иметь моральных, психологических последствий, которых я пока не знаю, но обязательно узнаю. Да, Геннадий, и то, что я вспоминал, вспомню, конечно же, и о Иране, и о баллистических ракетах, которые Иран передал, я так понимаю, уже России. Там малой дальности, но они имеют и большой дальности. Но хотел бы вспомнить о МИД России, главе МИД России Сергея Лаврова. Он встречался с министром иностранных дел Бразилии и министром иностранных дел Индии. На полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива в Саудовской Аравии 9 сентября вчера. Накануне также стало известно, они проговаривали, да, войну в Украине, накануне стало известно, что еще один представитель Индии 10, 11, 12 прилетит в Москву на переговоры. И вспоминаем Восточный экономический форум, где Путин назвал Бразилию, Индию и Китай как посредники в переговорах. Как-то очень много, и именно со стороны России сейчас идет информация, инфопространство о каких-то переговорах, о каких-то посредниках. Реально ли ищет Путин и Кремль точку для того, чтобы... Но он, с одной стороны, ищет каналы для переговоров. Арабские страны, ряд арабских стран, там Катар и ряд других, все время выполняли роль посредников в гуманитарных переговорах, обмен пленными, обмен там телами погибших и так далее и тому подобное. Какие-то коридоры гуманитарные. Это все обсуждалось при посредничестве арабских государств. Арабские государства в этом смысле имеют контакты с обеими сторонами и возможность донесения той или иной информации. Но я хочу сказать в вашем эфире еще одну вещь, которую мне сказали, скажем так, люди, плотно связанные с генеральным штабом. И они сказали, что, несмотря на то, что Путин там ищет контакты и вроде бы считает, что на условиях отдачи ему полностью Донецкой и Луганской областей он готов, как бы, так сказать, разменить остальные территории, мне сказали, что и не исключается в генеральном штабе масштабное наступление на Харьков с попыткой его захватить. Повторение. Вот, я не знаю, насколько можно верить этой информации, но, по крайней мере, в кругу, ну, скажем так, определенного уровня высокопоставленных военных эта тема обсуждается. То есть новое наступление на Харьков с возможностью входа ввода войск в этот город. Насколько, подчеркиваю, что это вот... это просто досужие разговоры военных или это какие-то уже более далеко идущие планы, сказать сложно. Я думаю, что в любом случае к ним надо прислушаться, к этим словам, по крайней мере, посмотреть, соответствует ли действие этим заявлениям. Так что Путин вовсе не сдался, вовсе не собирается останавливать войну. С другой стороны, в кругах определенных военных почему-то распространено убеждение, что через пару-тройку месяцев все кончится. Эти тоже я точки зрения и мнения слышал. Что они имеют в виду, как кончится, чем кончится, какой-то такой стройной картинки нет, но вот они убеждены, что там есть решение все закончить до конца года. Что и как закончить, они не знают. Вот, поэтому вот такая она ситуация, очень неопределенная в России в самой. Даже внутри армии, внутри военных структур. И сказать сейчас очень сложно, на что рассчитывает Путин. Я думаю, что он рассчитывает, что может быть там закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки, и можно будет там садиться за стол переговоров, предположим, при Трампе. Потому что сегодня мы с вами знаем, что Трамп и Камала Харрис, они идут бровь в бровь, там разрыв просто меньше статистической погрешности. И кто будет президентом, непонятно. Мне сложно сказать, на что там рассчитывают в генеральном штабе и так далее, но вот такие какие-то настроения есть. Такие настроения есть. И с другой стороны, вот я слышу разговоры о там, типа, мы возьмем, устроим штурм Харькова, новое наступление, новый штурм, и введем туда войска, чтобы, так сказать, заставить Украину с позиции силы
вступить в переговоры, отдать территорию. Ну и не только Украина, весь мир. Так что там разновекторные Кремли и вокруг Кремля разновекторные мысли и намерения. Да, Геннадий, я вспоминаю предыдущие наши разговоры, где вы упоминали, что с 6 сентября запускается мобилизационный какой-то маховик, да, в России? Нет, к 6 сентября они подготовились к мобилизации. Они подвели итоги инвентаризации всего мобилизационного ресурса. Они сдали в Генеральный штаб комиссариаты предложение, как выходить на цифры мобилизации, когда будет дана команда, приказ. То есть у них была готовность 6 сентября быть готовыми к призыву, к мобилизации, извините. И они эту задачу как могли выполнили, дали ряд предложений в Генеральный штаб, в том числе там, будут ли они призывать студентов, не будут, в частности, там они все-таки решили по тем предложениям, которые, так понимаю, поступили в Генштаб, они хотят освободить от призыва в армию студентов ведущих московских, бывших, скажем так, государственных бюджетных вузов. Они пока в предложениях не будут трогать студентов самых выпускных старших курсов, но там есть предложение, например, всех студентов второго курса призывать в армию, отменить отсрочки. То есть они провели вот полную инвентаризацию мобилизационного ресурса, дали предложение в Генеральный штаб, и теперь уже, как говорится, дальше решение политическое. Но, судя по всему, судя по мнениям экспертов, если война продолжится, то мобилизация, принудительная мобилизация, выглядит неизбежно. Скорее всего, если все это пойдет по инерционному сценарию, ее следует ждать к ноябрю или в ноябре. Геннадий, ну вот я вспоминал об Иране, и последние два дня очень много в СМИ говорят, да и сами в Иране в парламенте подтвердили, что они передали баллистические ракеты России. Говорят о 200 штуках, говорят о том, что это Фатах-360, который бьет на 120 километров, еще больше имеют другие баллистические ракеты с большей боевой частью Иран. Почему именно сейчас? Там это же эскалация, и зачем это Ирану? Потому что уже 3 года войны они шахеды передавали, не признавались, а вот сейчас баллистика и признаются, что передают. Это я читал много вариантов. Один из вариантов, что это сигнал Соединенным Штатам Америки, чтобы как-то договориться, чтобы на каких-то, может быть, переговорах опять-таки снять часть санкций с Ирана, а он дальше не будет передавать другую баллистику. Ну, я тоже кое-кого слушал из экспертов, в частности, проблемы Ирана. Они утверждают, что в России ухудшается отношение с Ираном. Но вот эта передача баллистических ракет, она как бы опровергает эту мысль. Там приводится, значит, пример, что новый президент пытается сейчас начать реформ, как-то смягчить ситуацию, сгладить противоречия и так далее и тому подобное. Мы видим с вами, что вот эти все зависимые, полностью финансированные Ираном, террористические структуры, типа Хамас там, и так далее, они, ну, как бы, так сказать, снизили сейчас активность и готовность начать широкомасштабную войну против Израиля. То есть Иран не готов начинать, и, видимо, делает паузу в принятии решений по войне, фактически своей войне с Израилем. Вот что это передача баллистики довольно публичной, сказать сейчас сложно. Потому что я думаю, что действительно сейчас Иран не заинтересован в таком злодейском облике, вполне возможно, что там внутренняя борьба идет. И есть те силы, которые выступают за смягчение ситуации, за какую-то там условную оттепель. А есть те, кто говорит, ни в коем случае нужно будет жесточайшим образом все эти попытки пресекать. Я не исключаю, что акт передачи вот этих ракет баллистических продажи этой России, он отражает внутреннюю серьезную политическую борьбу внутри Ирана. Между, скажем, условными голубями, условными ястребами. Вот, может быть. У меня пока нет никакой версии на эту тему, почему именно это произошло именно сейчас. Но все равно сотрудничество продолжается, диктаторы друг друга тянутся, они вынуждены друг друга поддерживать. Отношения непростые, потому что там страны сталкиваются с кучей проблем, в том числе экономических. Ну, например, там есть серьезные проблемы сейчас у России с Китаем, по как раз торговле, по неуплатам, по долгам и так далее. Поэтому там тоже все непросто. Нельзя сказать, что это дорога такая накатанная
Да, диктатуры держатся друг друга, но они все равно там между собой проблемы серьезных взаимоотношений имеют. Поэтому вполне возможно, что это, ну, как бы, так сказать, проявление внутренней борьбы в Иране за тот курс, который сейчас будет формироваться, политический курс. Угу. Геннадий, также хотел бы вспомнить о Рамштайне, да, куда летал Владимир Зеленский 6 сентября. И очень много разговоров, но они всегда были, но сейчас особо, о разрешении использовать оружие на территории Российской Федерации по военным объектам. Часть стран, такие как Чехия, страны Балтии, Великобритания, кстати, они говорят, что да, нужно бить, иначе никак, потому что это, ну, уже не раз говорили о том, что это да, как драться и биться с одной завязанной рукой за спиной. Соединенные Штаты Америки против. И вот я не могу понять, почему и где должна быть большая эскалация, чем уже есть. Потому что и так, вот, например, в Курской области используется западная техника, вооружение, и мы понимаем, что ключевое — это аэродромы, которые есть на границе с Украиной в радиусе 300 километров, с которых поднимается авиация и бомбит Украину. И вам вот не кажется, Геннадий, что для Запада и для ВСУ немножко разные сейчас понятия, как должна закончиться война? Боюсь, что да, но дело в том, что, на мой взгляд, опять-таки, это мое ощущение. Я там вот, к сожалению, не был вчера на рабочей встрече с руководством ПАСЭ, там, по семейным обстоятельствам, у меня там сын был. Вот что мы чувствуем? С одной стороны, есть силы, которые понимают, что надо объединять демократию в борьбе против таких, как Путин. А с другой стороны, мы видим, что часть истеблишмента политического, она вообще не имеет никакого представления, плана, ни победы, они даже не понимают, что делать вообще в этой ситуации. И они действуют методом, как бы так сказать, реагирования на какие-то текущие проблемы. И они до сих пор не решились, или не решили, что Путин — это враг цивилизации, и что нужно сделать все для того, чтобы путинизм, порождающий все эти войны, разрушения, катастрофы, смерти, должен быть созданы все условия для его коллапса, краха, уничтожения и свержения. И вот отсюда вот разнополярные, разновекторные действия, разновекторная оценка ситуации, она и приводит к тому, что все понимают, что если не фронт, и нет госграниц, они уже исчезли с момента нападения России на Украину, значит, нужно применять оружие на всю глубину боевых действий, в том числе как на линии фронта, так за его, так и в тылу. Вот этого понимания нет в Соединенных Штатах Америки. Они это не чувствуют так, как чувствуют европейские страны. Понимаете, чем ближе война, тем острее ощущение. Человек не просто мыслит рационально, он еще мыслит эмоционально. И когда эмоционально и рационально совпадают, то это может быть более точная картина. А в Америке нет ощущения войны. Вот я вчера там взял передовицы, ну, я там подписан на Нью-Йорк Таймс, и я просто взял и посмотрел там вот... У них там называется вот это, как это, господи, ну, типа брифинга утреннего. Они, вот я помню, что первые, так сказать, там месяцы, а может быть там и много месяцев, у них вот 2-3 темы основные выделялись. И одна из тем обязательно была война, вот Украина и так далее и тому подобное. Сейчас все что угодно. И там какие-то волнения, и какие-то катастрофы, и там они обсуждали какие-то там, понятно, события выборной гонки. Нет Украины. Это означает, что они эмоционально не чувствуют войны, американцы. Они ее рационально понимают, а эмоционально не чувствуют. Мне кажется, отсюда вот непонимание того, что нет госграниц, если не фронта, вот этого понимания в Соединенных Штатах Америки пока нет. Ну и плюс полная увлеченность борьбой, там демократы или республиканцы, там 47-48% рейтинги. Вот они там за эти доли процента борются. Тут уж, как говорится, не до войны. Я, может быть, там жестко говорю, резко говорю, эмоционально, но вот даже вот такие внешние признаки, я говорю, я вчера вот просто не спалось, я решил посмотреть, у меня там много всяких сообщений пришло как раз по этим утренним брифингам. И я стал специально искать тему Украины. Я ее там почти не нашел. Почти не нашел. Это говорит о том, что вот, несмотря на то, что каждый день Нью-Йорк Таймс начинался с одной из статей по войне по Украине. Вот сейчас
Мы видим, что их там нужно, так сказать, отлавливать в течение каких-то недель, чтобы найти статью по войне, по Путину, по Украине, по ситуации и так далее и тому подобное. Да, Геннадий, если вот говорить о том, что происходит в Курской области, конечно, нужно вспомнить, но даже не так. Там ничего не происходит со стороны Российской Федерации, потому что уже операция ВСУ длится целый месяц и три, да даже больше, сегодня 10-е, да, 4 дня, и намерен как-то отвоевать свою территорию, но вообще-то не видно. А в пабликах пишут, что вот бросили нас, мы думали, что приедут вагнерцы с Африки вызволять свою территорию, а никто не приехал. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в Курской области? Я говорил с людьми и тоже с оппозиционерами. Они говорят о том, что да, Путин, впрочем, может издать Курск сам город. Потому что для него это не принципиально. И по большому счету в пропаганде сейчас не говорят о Курской области много, только о продвижении на Покровск. Ну да, в общем, это понятно, что Путин сделал план стратегического замалчивания поражения в Курской области. Типа, ну, какие-то там поселки, какие-то деревни не захватили, нам сейчас просто некогда. Вот мы соберемся и вот там такое там устроим, что мало не покажется. Типа, да, занимаемся сейчас своими делами, а это так, мелочи, неприятности, мы с ними потом разберемся. На самом деле, вы все понимаете, что это невозможность отсутствия резервов. Вот я вчера там тоже читал специалистов, экспертов, они говорят, что они тоже в один голос утверждают, что потери такие, и настроения такие в российской армии, что без мобилизации, без серьезной без мобилизации не обойтись. Вот когда она будет, непонятно. То есть армия, в общем-то, устала воевать, если по-честному. И серьезно, ну, я понимаю, что и украинская армия тоже устала, и понятно. Но российская армия устала, и там, конечно, совершенно другие настроения сейчас, на мой взгляд, они нарастают. Как там дальше пойдет, мы не знаем, но, по крайней мере, такие синдромы, симптомы усталости армии, ее моральной опустошенности, я имею в виду путинской оккупационной армии, они наблюдаются. Вот. Но сейчас вот они хотят, почему они там рвутся к Покровску и так далее, они очень хотят сказать, что мы взяли вот эти две области, мы выполнили задачи войны, то есть объяснить людям, что это и была основная задача, освободить, помочь донецким и луганским товарищам добиться своей, так сказать, своего суверенитета и так далее. И можно будет войну прекращать при условии, что будет признание необходимости переговорного процесса, будет признание Путина как человека, который будет подписывать все договоры, будет признание Крыма как некой территории под российским находящимся протекторатом и так далее. То есть вот это у него задача. Он к этому пытается прийти. Поэтому его сейчас сильно не смущает Курская область. Типа мы за Курскую область, за признание Крыма и так далее. Мы отдадим Запорожскую и Херсонскую, а это не отдадим. И тогда я являюсь, так сказать, человеком, который сумел победить, имея, так сказать, 2% мирового ВВП, сумел победить всех, кто производит 65% мирового ВВП. И вот такой я великий, поэтому власть наша, репрессии жестче, подготовка к новой войне интенсивнее, мы идем правильным путем. Вот что-то похожее сейчас происходит, и поэтому отсюда вот безумное стремление Путина, хоть, как говорится, ценой огромных потерь, ценой там огромных затрат, все-таки попытаться доползти до административных границ Донецкой и Луганской областей и там зафиксировать линию фронта, сказать, что это теперь наше. Вот это план, это понятный план. Вполне возможно, поэтому и генералы говорят, что там через 2-3 месяца все кончится. Типа мы дойдем до этих пределов, вроде бы, как они считают. И вступим уже в переговоры с позиции силы, с позиции захваченных территорий. Да, Геннадий, и последнее хотел вас спросить. Ну, ладно, страны Запада, НАТО не собираются защищать своими силами Украину. Много вопросов о том, почему не сбивать ракеты, которые летят в сторону стран НАТО, да, ПВО этих стран. Но Латвия, Литва и также Румыния,
Латвия и Румыния. За последние 4 дня туда залетели беспилотники, которые летели со стороны Беларуси. Ну, понятно, это же беспилотники Российской Федерации. И вот реакция НАТО, я думал, можно чем-то уже ничем не удивлять. Но они говорят, ну это же не намеренная атака беспилотниками. Он упал, потому что упал. Да, случайно залетела пара баллистических ракет с ядерными боеголовками. Ну так получилось. Ну понимаете, вот, Игорь, я все время говорю, что не может быть добро, которое выражает только одно дело, каждый раз я все время выражаю только глубокую озабоченность. Добро должно иметь силу. Добро должно иметь механизмы, рычаги, которые говорят с оборзевшими диктаторами, тиранами языком силы. Они другого языка не понимают. Но раз добро сейчас, так сказать, не способны ни к мобилизации, ни к демонстрации и при необходимости проявления силы, то, естественно, диктаторы и все эти тираны, как упыри изо всех щелей, как, помните, вот это самое, Гоголь, его изо всех щелей полезли в этой церкви, всякая нечистая сила изо всех щелей. Вот что-то сейчас приходит, происходит примерно так, изо всех щелей в мире, полезли, так сказать, на свет Божий всякие тираны, упыри, там, кровавые палачи и так далее, они почувствовали, что дрогнуло добро, что кулаки ослабли, решимости проявить, при необходимости эти кулаки, решимости такой же больше нет. Вот они почувствовали, что наступило их время, вся эта нечисть полезла изо всех щелей. Так что, что можно сказать? Вот оно, это явление и наблюдается. Поэтому, когда я говорю, что если добро не создат механизмы силового реагирования, если не создат механизмы подрыва тиранийных режимов, дать возможности их противникам их свергать, а это надо делать на всей планете, потому что, смотрите, что творится, десятки миллионов людей бегут от войн, разорений, нищеты, голода, смерти и так далее. Вот надо взять сейчас, прямо составить план, где не должно быть больше тирании. Ну, взять там самые простые вещи. Венесуэла. Чего там американцы терпят вот это все, что там происходит? Почему там лидер оппозиции летит и получает политическое убежище во Франции, в Испании? Да, почему они там не могут дать возможность свергнуть этот прогнивший, совершенно отвратительный, человеконенавистнический режим, который довел самую богатую страну Латинской Америки до нищеты, и до войны, и до массовой миграции. Там из 22 миллионов уже 4 миллиона убежали из этой страны. Колоссальные демографические потери. Я могу проводить дальше примеры. Поэтому вот, когда мы говорим, что чувствуют, что слабину, что не сбивают беспилотники, там мямлят, не дают отпора. Я понимаю, что, конечно, есть осторожность. Я понимаю, что они имеют дело с безумными террористами, захватившими арсенал в 6 тысяч ядерных боеголовок. Все понимаю. Но ведь от их беззубия не изменится ничего. Так и будут более интенсивными, более масштабными. И рано или поздно им придется реагировать. Только вот рано или поздно имеет значение. Поэтому вот такая ситуация. Мы это видим. Неспособности демократических режимов к серьезной, быстрой политической, экономической и, к сожалению, военной мобилизации. Да, Геннадий, спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить реально про проблемные вещи. И вот о чем мы вспоминали, самое тревожное, что Запад мало того, что иначе видит войну в Украине против России, нежели украинцы, так он и себя не может нормально защищать, ища какие-то отмазки, да, или как-то объясняя, почему они не защищают свою территорию от беспилотников. И то, что вы говорите, да, добро должно иметь силу, не иначе. Спасибо большое. Удачи. Нагадаю, з нами був Геннадій Гудков. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами побачимось в ефірі 24 каналу.